Добро пожаловать, друзья. Это у нас War Thunder. Как обычно, ваши преданные гости. Дядя Женя, Брейн. Да, великие раки. Здравствуйте. Великие раки, да, которые готовы сегодня в чане париться. У меня, кстати, самолетик похож по цвету на вареного рака. Ну, как раз он раки. Он красноватый, да. Ракообразный самолет. На заднем фоне я вижу прекрасный атрибут Хэллоуина. И мы начинаем с тобой играть. Давай, поехали. Полетели, попробуем. Нет, ты не в отряде. FW190A8, я в отряде. Нет, ты не член отряда. Я не член отряда. Кидай еще раз, попробуй. Да я ж тебе кинул, да? Еще разок. Друзья онлайн. Ты уже на этом канале. Нет, ты нажал не готов, судя по всему. А, готовчик. Во. Вот, теперь да. Все нормально, да. Самый топовый самолет у америкосов красный. Да, четвертая эпоха, насколько я понял. Значит, ну, да. Сейчас будет жопа. Угу. Полностью вкачан. То есть вкачали, да, 15 тысяч орлов на этот самолет, предыдущий, который у меня там был. И Женя тоже самое сделал. Я еще танк прокачал. О, ты еще и танк умудрился. Кобра Кинг у меня прокачан. Кобра Кинг, это хорошо. Да. Учти, что это четвертая эпоха, то есть это будет жопа. Ну да, Сицилия. Плюс я так заметил, что в честь Хэллоуина они сделали скидки там на дублера. Да, скидки, да, процент, на покраску. Процентаж есть, там вот висят таблички такие с процентом. Так, 20 минут так, топлива. Так, бак на 20 минут, сведение сколько, 300 метров? Я 400 ставлю. Почему-то. Ладно, попробуем 300. По умолчанию. 300 хочешь попробовать? Да? 300, да, да. Шутки за 300. У тракториста тоже сведение за 300. Да, сведение за 300. Тракториста, да. Пахарь. Так. Ой, какой красный, вообще неприметный, знаешь, вообще. Классно, зато он какой маневренный. Да, он как очень картон. Очень быстро вращается. Да, я вижу. Нет бомб, нет ракет, зато есть пули. Нет бомб, нет бомб. Просто нет бомб. Да. War Thunder с тобой сейчас. Так, тут точки С есть, смотри, то есть надо занимать позицию. Точка займи С. Позицию. Точка на С ближайшая. Надо было. А, это как в этом было в игре? Угу, в Варкрафте, да. В Варкрафте же было, да? По-моему, это был Варкрафт, при том еще такой первый, как один из первых. Варкрафт 2000. Первый, видишь как? Первый Варкрафт. Первый Варкрафт. Первый Варкрафт. Я помню первого, не первого вора, а какого-то из первых. Еще на движке Deus Ex'а. А Deus Ex у нас был на движке Unreal, по-моему, какой-то там второй или... Был. Было. Я помню этого вора, я запустил, там все черное, с тенями такое непонятное. Не пошло. Да и Deus Ex мне в свое время тоже не пошел. Ну, я тоже как-то не особо заострил Ой, внимание. Ой, попили! Уже? Сука, 15 тысяч орлов! Че, все, у меня тоже с первого выстрела просто крыло оторвали, и все. Пипец какой, а? Охренеть, не встать можно, да? Классно. А я еще просто дымлюсь пока что. А я просто, меня крыло сбили, и все, я как труп, просто упал. Просто упал. Просто вот. Просто камешком, да? Да, да. Задержка взрыва бомб. 0 секунд. Спасибо. Попробуем. Попробуй, Джага. О, бомбы закончились. У меня еще бомбы были, оказывается. Классно. Серьезно? Да. Давай, слышно. Перезаряжай быстро. Ну, попробуем на другом самолете. Он тоже нехилый такой, прокачанный, но я не уверен. Не уверен, не обгоняй. Это да. Золотое правило всех инструкторов. Да. Старой школы, да? Еще и правила руки еще. А скажут. Если поставить упреждение на 800 метров, то есть? А тут зависит от снаряда, наверное, какой у тебя. А мне кажется. Да. Угу. 300. Ну давай поставим 400, проверим. Блин, так обидно. Ты вкачал, купил самолет четвертой эпохи, да? Да. Вкачал в него кучу денег, орлов. А его какой-то лалыч подбивает вообще в лёд. Да, просто на раз-два и все, одним выстрелом. Поп! И все. Да. После этого ты начинаешь ненавидеть всех и вся, и твоя жизнь катится под откос. И жалуешься, что вот я не смог. А что не смог? Я не смог. Человек, который не смог. Посмотри, если все вокруг дерьмо, подумай, может, это ты обосрался, я помню, была такая фраза. Да, есть такая. Может, не все вокруг дерьмо, а может, это ты просто обосрался. Действительно. Вот такая вот есть гениальнейшая фраза, я услышал очень давно. А почему бы и нет? Действительно, может, ты реально так. Может, это ты, да. Почему ты думаешь, что все вокруг дерьмо? Да. Все плохо. Так. Перегрузка 7G. 7G интернет. Подключайся. Огромные скорости, да? Самолет сбит. Ой, я сбил и сам в него врезался. Печаль. Молодец. Я вижу. Спитфайр твой, конечно, чпокнулся. У меня еще есть дублер один. Спитфайра прокачан. Так что царь идет снова в бой. Царь и бог. Бог. С маленькой буквы. Вижу Си. Точку С надо попробовать. Точка С. Точку G пробовать надо. Точку G?
да. Надо пробовать, но... Не на кого пробовать-то на точку-то. Тут летают мужики в основном у нас-то. А, да. Хотя по их поступкам не скажут, что это мужики. Тут вопрос. Знаешь, маленький вопрос. Ну давай, сосредоточься, сконцентрируйся. Почему я не могу взлететь? Какого хера? Может, у тебя двигатель подбит? Я не знаю. Видимо, меня все-таки подбило, потому что я не мог набрать высоту. Я летел только... Да. Видимо, тебя все-таки подбило. Меня подбили, да. Печальная ситуация. Дублер-истребитель. Четвертая эпоха. Дублер-истребитель. На сцену выходит дублер-истребитель. Да. Одним движением руки дырки превращаются. Канал Индит и Let's Play OSG. Давай попробуем. Сейчас. Давай, самолет сгорел. Ну как, а чему? Покачину, блин. Почему самолетик сгорел? Я в него попал, главное, много раз. Нет, я просто сгорел опять. Чем вы занимались этим летом, да? Я почему твой самолетик сгорел? Расскажи, пожалуйста. Почему твой самолетик сгорел? История в трех частях, допустим. Эпопея. С антрактом, да? Сага, блин. Почему твой самолетик сгорел? О! Давай у тебя будет, давай у нас будет клан Левиафан. Левиафан, это в фильме есть такой ужастик старый. Ну так круто же. С Питером Будем Уиллером. Будем самыми крутыми. Ну да. Который Робокопа играл, помнишь такого Питера Уиллера? Да. Вот он играл в Левиафане. Это не русский Левиафан, это старый ужастик 80-го года какого-то там. Парый, сука! Я подбил, по-моему. Почему мне дали помощь в уничтожении, скажи, пожалуйста? Потому что кто-то за тебя его уже подбил, понимаешь? Ну, это кретинизм. Я летел прямо за ним, какой-то шкалодрон за мной летел. А вдруг не шкалодрон? Хорошо. Какой-то молодой человек или даже... А вдруг какой-нибудь отец? Ну, поступил как крыса. Ну, кем бы он поступил как крыса, потому что видел, что я его вел. То есть, ты его ведешь, ты его и танцуешь, знаешь, как тоже говорят. Это командная игра. А, командная игра! Да. А там отцу или не даже не школьнику засчитали вместо моего, понимаешь, фраг? Логично, это да. Это нечестно. Ну что делать, что делать? Нельзя быть тащером все время. Нельзя быть на свете тащером таким. Меня опять под... Вообще нельзя быть тащером. Гондурас. Нельзя быть тащером вообще никак. Ну что это такое? Что за завихрение? Что за это? Да я вообще в ахрене сегодня, если честно. Да? Вот я тоже. Без подвесного. Ну правильно, с четвертой эпохой-то соревноваться, кататься, да. Ну давай, это жопораздирающая игра у нас. Ой, да? Помощь в уничтожении, да ладно, ой. Да что вы говорите? Ой, да, мне дали помощь, ой. Ой, Жень, я взял такой писюльник вообще. А мне тоже, знаешь, писюльник. Он похож на ёбушку-воробушку. Такой, а я не помню, как называется. Ну, как акулка такая. Вот сумма, сумка какой-то. Он такой сероватого цвета. Да, у меня тоже, да. Со звездочками, да? Со звездами, да. На крыльях. У него еще волосатые этот, сзади подкрылочку. А, не, у меня внизу какая-то хрень висит. Я типа по воде могу плавать, судя по всему. Да, а я буду вверх ногами лететь. Ну, классно же. Очень. Ничего лучше нельзя было придумать там на войне. А чтобы кровь к голове, привет, самое, прихлынула. Чтобы, да, соображал быстрее. У меня, я буду соображать быстрее, правильно? Ну да. То есть мой пилот будет быстрее реагировать на все. Ну, это прокачка экипажа, вверх ногами летишь, и сразу экспириенс повышается. До поры до времени будешь, конечно. Ну да, да. Кровоизлияние не произойдет. Напоминает фильмы, кстати, где вверх ногами висят час, два. Ребят, за час вверх ногами... Помрешь. Повисите. Не то, что помрешь, у тебя давление скаканет. Ну и кровоизлияние будет просто мозг. Просто циркулирует, опять же. Ну, циркулирует, но с трудом. Умереть я не знаю. Я никогда не интересовался, наверное, случаями. Я не уверен, что можно. Что-то, но то, кажется, что тебе будет очень плохо, то, что у тебя будут кровавые глаза, что у тебя будет давление, это правда. Ну что ты какой, на аэродром он сесть хотел. Я тебе сейчас сяду. Кровь-то у нас циркулирует такой. Я тебе сяду. О, ребят, вы что, издеваетесь? О! Это, ну, сопля же. Завалили. Просто. О, точка А наша. Ха! Ты захватил точку А. Отличненько. У меня еще сзади пилот сидит, стреляет, надо же. Во, видишь, как хорошо. Экипаж машины боевой. Переверни его вверх ногами, может, самое. Вылетит оттуда, выпадет, да, пульк. Нет, смотри. Ага, это в каком-то фильме было. Они так летели, я помню, он делает петлю, он выпадает и обратно падает как-то. А, все. Где-то был этот момент забавный, такой трешовый. Не в крутом пике это... А, не, подожди, какой крутой я пике? Я не помню, какой-то фильм, там они выпали, потом обратно сели, я помню. Крутой пике, это каламбур передача была. Это где они Боинг пытались? Да, Боинг, да. Миссис Марпл там, или как ее звали там. Деревня дураков нравилась, кстати. Да, кайфовая же вещь была. Медведь там ходил, все время пузырь таскал, да? Да, это было классно. Ну, были, конечно, подбешивающие моменты. Были, но в целом неплохо. Маски-шоу те же самые.
маски-шоу, да. Кайфово было. Маски-шоу — это самое начало. Что? Там секс-символ Эвелина Блёденс. Блёденс, да. Даже сочетание имени и фамилии очень красивое. Да, да. Мечта мужчин как раз там была. Оу, печалька. Да что такое-то? Ну что это? Ну? Я помню Эвелина, да. Она появилась, по-моему, первый раз в наряде медсестры, если не ошибаюсь. Да, да, да. И после этого все... начали ходить. Ну, это да, это да. Ну, что делать, харизма. Я до этой академии, да, я помню, да. Там был. Угу. Ты отказала там, мне два раза. Мне два раза не хочу, сказала ты. Вот такая ты, вот зараза, рада. Девушка моей мечты. Помню, конечно, помню. Да. Как же это не помнить? Чего вот сейчас такого нет? Сейчас нет запоминающихся передач. Запоминающихся передач? Да. Я не знаю ни одной запоминающейся передачи. Если взять тот факт, что сейчас в основном многие то, что по ТВ показывают, это уже клише избитый, либо это по франшизе из Америки идет. Да, берут просто, выкупают лицензию. Они берут франшизку, да, покупают лицензию. И на свой лад на русский делают. Те же самые, да. Тоже сериалы, там, Люба на заводе. Нет, я уверен, что и каламбур тоже. Наверное, и маски-шоу может взять. Вот не знаю. Может быть, кстати, это как мимо, типа, но зарисовки, скетчи, там, 6 кадров там те же самые. Ну да. 6 кадров. 6 кадров. Раньше прикольно было. Нет, 6 кадров неплохой, ты знаешь, да, я, кстати, не могу сказать, что плохо. Ну там харизматичные эти актеры. Да, да, там прикольные актеры. Шо ж, ты дурында картонная, а? Да, здравствуйте, мне нужно ружье. Вам какое, против медведя? Против директора. Там классно. Энджи, да. Энджи, я помню, вот вообще ништяк. Энджи. Ну, это смешно, то есть, ну, это, да. Я лучше это посмотрю, чем реальных пацанов, которых я вообще не перевариваю, или какой-нибудь там комедий-клабный юмор про политику ненужную, там, высмеивание, или, допустим, там, шутки про педиков, шутки там еще про что-то. Ну, нахрена вот эта вот пошлятина нужна? Я его сбил. Я не знаю. Раньше мне комедий тоже нравился. Это как КВН. Раньше КВН до 2000-х был хороший, потом пошлятина пошла тоже. Такая же, как и в этом. Когда был еще мелкий, вот этот КВН, когда у них были там игры по 4 часа ночи, по 5, они там играли. Кайфовые игры были. Там они соревновались, я помню, да, это было хорошо. Весело было, и реально шутки были прикольные. Сейчас пошла та, сейчас пошла, КВН, сложная. Мне кажется, берет свои идеи из интернетов. То есть а мне тоже так кажется, да. Мемчики вот эти всякие там. Они пытаются какие-то, да, ты смотришь, если на КВН попадаешь, бывает, попадаются вещи такие вот, которые ты уже где-то видел и слышал. Так и то же самое делает Comedy Club. Ничего Comedy. Актуального, да. Comedy Club то же самое, берет в основном какую-нибудь идею с интернета, может ее обыграть по-своему. Это да. Ну, а самые отпетые, конечно, могут прям зачитывать шутки, которые были так в доступе, понимаешь? И такое тоже бывает. Резиденты, называемые Comedy Club. Резиденты. Нет, ну, есть ребята, которые реально смешные. Я помню, когда он появился, в каком году, по-моему... третьем, 2003 или какой там был это год. Но они много уже, по-моему, лет 12-15. Да. Был у них юбилей недавно, я помню. Или 20 даже. Да, лет, 20, так. По-моему, или сколько? 15 лет. Не 20. 10, еще. По-моему, 10. 10, да, 20 лет. В 2005 же они появились. Пятый или четвертый, да, год, да. Я помню. Сестры Зайцев, нас фанатели все рассказывали там. Да. Из Харлама. Вот это было классно. Ну, да, прикольные были шутки, там, когда Сталин, там, Мищу хочу открывать окна, там, иконки на рабочем столе, что были. Это, да, было забавно. Так, ну что, на танцах? Я до сих пор фанатею от Ревы, то есть как он это все... Ревы прикольный. Бабушки провинциального актера. Это было реально классно. С Ревой молодец в этом плане. Так, ну что, давай танчики? Давай танчики, да, там изговорю. У нас полуподкастовая тема такая. Ну да, давай, ты не готов. Готовься. Выбирай Америку, давай, Ригот Казаймас сделай. Все, готово. Во, теперь вижу. Я Кобра Кинг взял. О, давай попробуем. Кобра Кинг спереди, говорят, броня хорошая. Ну да. Карпаты. Карпаты. Кстати, я включал, как-то попадал на Comedy Woman. Там иногда попадает. Это такая смешно. Фигня, честно говоря. Иногда считаю, бывает что-то смешное. Бывает, там это очень много больше. Такого, знаешь. Они как-то наивные шоу какие-то, делают. Да, просто они шоу. Они делают шоу именно девушки, но они лучше в плане актерского мастерства, чем парни в Comedy Club. Бедный этот Хрусталев там. Ну, они делают какие-то сцены. Ну, там скетчи тоже, да. Интересные есть моменты. То есть там обыгрывается очень качественно все это. Ну, бывает. Но что-то так долго не посмотришь. Так, 55 низ... распределенных зарядов. Да, окей, я 20 беру, он по 20 нормально. Да, 15. Уже кто-то стреляет, блин, не успели да появиться, я слышу, уже да, кто-то да, стреляет да. каким-то образом. Попробуем, давай, рискнем. О, чувак, как красное дуло. Давай на точку А. Давай. Далеко, точку, правда? Ну как, относительно, да. Assault, танк, М4А30, что-то там я не вижу. Типа рэп зачитал, такой вау. Типа рэп зачитал и потом всем накатал. Это же War Thunder, брат. Оса, 34, вау, экстра бау, там я не знаю. Вау, экстра бау, экстра бау, да, лего-лего, там я не знаю. Лего-лего? Лего-лего. Легалайз еще скажи. Ну, легалайз.
подсадил на спайс. Так, ладно. Угу, ну да. Ты знаешь, в принципе, ты уже вот рифманул как настоящий русский рэпер. Ну да, что нет. Песни про наркотики, песни про... Ну, в принципе, тут я не могу критиковать, потому что и забугорные наши товарищи то же самое поют. Черные то же самое поют. Там посадили, поймали, отсидел, отмотал, пришел, травку нашел. Нет, понимаешь, есть в рэпе и моменты интересные. Ну, биты, мне нравятся биты больше всего. Это да, я тебе говорю про тот рэп, который получил во времена Тупака Шакур. А, ну это хороший, конечно. Там описывалась жизнь, то есть боль, любовь, то, что он испытывал, да. То есть, ну, это про гетто, то есть интересно было послушать. Ох, Женечек, тебя как в бочинку чпокнули, а? Да, вижу уже. Хреново. Однако, да. Попал. Т-34 в лобовуху, издеваешься, что ли? КВшечка, помощь в уничтожении дали. Давай, давай, родной, быстрее, перезаряжай. Попадание 2. Сюныш, попадание есть. Наверху давай, Т-34 давай, стоит. Давай, давай, давай. Попадание 3. О, помощь, отлично, уничтожение. Эх, не туда сейчас попал. Сейчас рэп, да. Сейчас только один скот 100 что стоит. Кто? Его биты. Ну, битмейкер самый популярный. Скотт Сторч, по-моему, так его вроде как зовут. Битмейкер, чувак, который делает все биты эпичные. Для 50 Cent'ов, для всех. А, даже так. Рэперов, для Тимати делал, да. Да. Очень я богатый, такой... очень популярный. Вот эти вот биты, то, что нам нравится в рэпе. То, что цепляет. Потому что текста не могут цеплять. Как там, ты бывает хороший, снял. Конечно. Нет, ну, бывает... бывает созвучно, мелодично. Бывает прям... мелодично. Или тема актуальная бывает иногда, но это редко бывает. Бывает, конечно. Да. Но тема типа «Я вырос на районе, у нас плохо», это как-то, знаешь, ну... Слушает это какой-нибудь мажорчик там, да, или у меня все плохо на районе, там все, короче, разруха. Ну, ну, блядь, ну, не знаю. Опять же, рэп тоже по настроению, как и любая музыка. Конечно, конечно, конечно. Так, еще раз бой, Кобра Кинг у меня. Я иногда, мне нравится такое пожестче что-нибудь послушать. Пожестче? Что, например? Пожестче? Ну, не знаю, что тебе сейчас. Сейчас что-нибудь в голову придет, что у нас там пожестче. Пожестче, не знаю. Господи, Баста Раймс мне нравится. Ну, я считаю, голос такой брутальный, то есть он как крупил. Ничего. Бывает. Саушки. Ёкало мене. Иногда даже на Snoop Dogg протаскивает. Нет, такая... Snoop Dogg прикольный он. Ну да, он мастер, конечно, его дела. То есть он знает. Чё-то там какой-то школьник разбушевался в чате. Чё я хочет? Я не знаю, что он хочет, но что-то он там много писал очень. Играть в War Thunder и рассказывать про рэп. Это интересно. Это что-то новое. Это на уровне Котского, наверное, или даже выше. Дыхание свежее просто. Вот возьму Максим Кудоши, к примеру, да? Ну, прекрасный капец. Же рэпер. Очень. Изумительно же, да? Надо подкачаться. Это уже Джиган. Это Джиган, да. Но все равно как-то я... такое ощущение, что они не запоминаются, они как одно и то же. Ну, клише, да, говорю. Ну, клише, да. Просто вот какую-то хрень поют непонятно, и ты думаешь, чего? Где ты такое видел, дружок? Уже давно перестали петь со смыслом. Поют, чтобы были сиськи. Да, поют, да, чтобы да, много да. денег было дорого. Бицепсы, сиськи, да, машины. Да. То есть, если нигеры это же делали, но они делали это еще и качественно, то есть они добавляли хороший бит, кучу денег. Угу. Они добавляли, там, чтобы запоминалось, чтобы конечно, ты хотел отключить, пересмотреть, переслушать. А тут просто набор. Влитых бабок. Возьми того же Тимати, да? Сколько денег уходит? Это жесть какая-то. Это просто. Причем там Black Star Mafia, я вообще понятия не имею даже. Особенно удивляет про баклажан машину. А, это капец, конечно, это вообще нечто. Это раз, просто. Потом что-то я помню видел там клип, я не помню как называется песня, но там в общем у девочки, по-моему, то ли у Брежневой, то ли украли то ли сумочку, то ли кошелек, а Тимати в роли хатчика-таксиста был. Такое, там что-то пелось, я не помню. Ну, я как это увидел, это пипец. Там что-то пелось про понты, что надо, вот, я такой крутой на районе весь. Ну, как они, конечно, вот. Конечно. Тимати на районе крутой, стоит, да. Он там стоит такой, знаешь, в красном костюме спортивном, бородатый весь. И что-то ест, то есть чебурек или что-то такое вот. А когда он последний раз был на районе, этот Тимати? Живет в своих замках там. Какие районы? О чем он говорит вообще? У него, вот, знаешь, что самое смешное? В свое время... Я помню, были неплохие песни, то есть такие со смыслом даже. Это трудно, конечно, представить, но было. Пока не появились всякие там эти вот Lil Wayne и прочие. Ну или, да. Как они там называются? Lil Wayne какой-нибудь, наверное. Ну, вот эти вот ребята все. А, Ливан их какие-то, Ливан там, да? Ну, я помню, они поют в тандеме там. Да это капец, Джокер, Доминики всякие там какие-то. Ну, Доминик, Джокер, я это давно очень было. Это было очень-очень-очень давно. Ну да, логично.
Ну это капец. Чиничку у меня еле-еле. Мне тоже очень плохо. Меня вообще подожгли два раза уже, поэтому я чиниться вообще не успеваю. Серьезно? Да. Ой, меня с неба гасит. Я уже дважды горю, поэтому все, я сгорел, не получилось. Я ехал, меня подожгли почему-то, видимо, в бак. Самолетец возле меня упал, представляешь? Да. А у меня есть еще танки, интересно. О, есть еще. Ну да. М2 есть, М3 у меня есть, М2А есть. Короче, лалки какие-то остались. Я в полной жопе, я в полной заднице. Но я даже самолет сбил. С пулемета. Кстати. Ты был уничтожен игроком Уэйда. 1980. Little Wade. Только начали они говорить. Да, и тебя сразу какой-то Уэйн там убил, маленький. Ага. Маленький Уэйн. Уэйнчик. Уэйнчик, да. Ну что это такое? Ну как вот? Как туда попасть? Там далеко. Особенно я помню, еще увидел у Тимати из последнего какой-то патриотический, он там что-то записал. А, да, про Путина. Путин президент. Что-то там такое. Что-то чушь какая-то вообще. Я посмотрел секунд 10 и выключил этот трэш. Это болезнь. Зачем рэперу петь политическую песню? Просто подмазаться, потому что он пел же днище там всякое. Вот подмазаться надо. Зачем это делать? Я не понимаю. Зачем ты выходишь на политическую арену в рэпе, тебя слушают школьники, даже они будут подражать этому. Подмазка, по-моему. Опять зачем? Подмазка, мне кажется, какая-то. Песня, в которой ты лижешь зад кому-либо, это некрасиво, это нормально, да. Как минимум. Это я могу понять, если ты споешь там песню про своих родных, про маму, да, там, да, как да. Тупак, допустим, тот же там, или про брата, или про сестру, но в нормальной манере, то есть классно обыграно все это. Истории расскажешь какие-нибудь там. История. Ну, жополизание вот это вот. Это... Ну, опять же, то, что мы говорим, это мнение лично наше, то есть значит, что так есть. Мне это непонятно было. Я не понял этого движения, то есть, что хотел он добиться этим. И для меня это было странно. Ну, что, такое мнение, наверное, у 90%, наверное. Ты хоть раз видел, чтобы про Барака Обаму спел какой-нибудь там 50 Cent какой-нибудь трек? Что, ему делать нечего, что ли, я не знаю. I love you, Барак Обама, я подлежу тебе, Барак Обама. Ну, представляешь, что бы это было? Ты мой Барак, там, я Black не знаю. Black S можно было бы назвать, да, допустим? Да. Ну, это же бред, это согласно. Вот сейчас мы конечно. Это обсуждаем, это тупо звучит. Но это тупо, это глупо, это даже не тупо, а глупо совсем уже. Это чушь. Ох ты. Я против Т-34 на М2. Ну, красавчик, фигли. Ты на М2 против Т-34. Да. Жень, это как, допустим, горбатый старушец против нового 600-го Мерса с АМГ, допустим. Ну, моська против слона уж. Да. Так. И мне тут вежливо говорят, что пора бы тебе, Олежа, в ангар. Что-то ты засиделся. Что ли, слил? Слил, да. Уже слил? Я буду слил дит. Слил Вейн. Нет, кого ты так активно из пулемета гасишь? Вон, КВ-1 там, видишь, прячется. И еще Т-34 приехал. Да, Женя, особенно стреляй прям в лобовуху. Ну а что? В лобовуху Т-34 с моего М2 или М3 калечного танчика маленького. Везет же всегда, знаешь, такая штука. Везение, оно вот спонтанное такое. Тут повезло, не повезло. Действительно, ну да. Мало ли, вдруг он вообще уже тащер. Конечно, тащер. Он тот еще тащер. И Анкл Сэм пытается что-то предпринять. Да. Его легкий танк М3 Стюарт терпит поражение. Ну, а у меня все плохо. У меня что-то порушилась, короче, башня моя. У меня патроны почему-то не работают. Т-34 делает последний выстрел. И танк Евгения уходит в небытие. Это пока еще не уходит. Давай. Из последних сил что-то предпринять. Мы видим, как искрит и пылает его М3. Санек 4-9 меня убил с Су-85. Ну, естественно, Су это такая лошадь большая, что... Все, мы продули, вернуться в ангар. Притом слита просто фейлово. Учитывая тот факт, что у них вообще максимальная красная полоска. Да. Ну смотри, я сбил 2 самолета. Вот. Что, поддержка 3 у меня. Царь. Неплохо. Царь и бог. О боже, что у нас, немцы еще есть, да? Давай за немцев полетать на немцев. Давай на немцах полетаем, действительно. Знаешь, я бы, наверное, вкачал бы что-нибудь. Я куплю, наверное, дублерчика ему. А у тебя есть чем вкачивать? Ага. Еще есть 5000 орлов. Как тебе такой расклад? Ты какой? У меня вообще ноль, все. А знак отличия я не могу сделать, да? Ты можешь? А, нет, значит, не можешь. Нельзя. Так, ну я взял какой-то P-47D. Сейчас экипажец прокачаем, ускоренное обучение. Неплохая такая акулка. Японцев говорю. У немцев такие самолетики, как акулы, знаешь, такие. Прям вот формы такие, как акула какая-то, как рыба. Не птица даже, а рыба какая-то. Такая дерзкая, рыба. Злое что-то такое. Как у японцев там Митсубиши Галант какой-нибудь там. Акула такая, прикольная. Да, старый кузов кайфовый, 2000-е начало. Вот красивые кузова вообще. Сейчас испортили все это. Диамант, Галант. Галант я видел. Старый кайфовый, да. А свежий, ну это хрень какая-то. Это что-то ни о чем, конечно. Это уже не Галант, это просто машина.
Это не Галант, это просто машина. Это стиль, просто машина. Это как Бэхи новый, тоже просто машины. Почему уже просто? Не Бэхи, не знаю, они вот новые формы меня совершенно не впечатляют, новых Бэх. Более обтекаемые тебе нравятся. Пузатые, они не обтекаемые, не пузатые, они не поворотливые, они как коровы выглядят. Вот раньше были дерзкие такие тачки, не знаю, прикольные какие-то были. Ты что такая дерзкая? Ну, 45-м, там 39-й кузов, помнишь же? Все, полетели. О, давай. 39-й кузов же, помнишь, Бэх? Ты знаешь, мне лично нравится больше представительского класса. А это что, Бэх тебе не представительский? Это седьмой класс, да. Ну, седьмой, пятерки, семерки были 39-й кузов? Пятый, седьмой класс, представительские такие. А я люблю объемные такие, дутые, мне нравятся. А, я дутые, наоборот, почему-то не люблю, они какие-то страшные. Видишь, опять же, на вкус и цвет, то есть кому как нравится. Кому как. Когда-то я был помладше, мне нравились, там, допустим, кабриолеты какие-нибудь, спортивного, там, трехместного. Вот, вот человек-патриот, мне нравились запорожцы, там, сказал бы, там, жигули, шестерки, копейки, а там мне вот представительские. Как могут нравиться жигули, шестерки? Ты их покупаешь, потому что, ну, либо не хватает на что-то другое, либо тебе нужна рабочая машина, которая будет... Нет, просто видишь, почему не могут сделать нормальную в России машину какую-нибудь? Вот нормальную. Чтобы сделать нормальную машину, допустим, той же России, надо, во-первых, не воровать. Потому что если выделяется какой-то бюджет на тот же там АвтоВАЗ или там куда-нибудь, на завод какой-то, да? Нет, я даже не про это говорю, я имею в виду про форму. Вот почему нельзя сделать нормальную форму? Вот гранты, это такое страшное чудо. Многие формы запатентованы, скорее всего. Если ты делаешь похожую форму, тебе приходит какое-нибудь там нарушение. Ах вы, блядь, подлые ребята. Не, ну сделай непохожую форму, в чем проблема-то? А на может, они не хотят, может, им это не надо. Я думаю, что сами владельцы и хозяева всех этих автопромов, они сами ездят на немцах, на японцах. Ну, естественно. Там, на американцах. Зачем им это надо? Они не заинтересованы в том, чтобы продвигать рынок, допустим, там, советских вот, вот советский или российский автопром, допустим. Зачем? Мы будем ездить на китайских там всяких машинах. Да. Там, не знаю, на еще каких-то сбор. Ой, меня подбили, я даже сделать ничего не успел. Охренеть. Интересно, а почему корабли не сбиваются? Я стреляю в корабли, и они вообще... Корабли, наверное, надо снарядами, бомбами. Ага, то есть не с пулей никак? Не. Хорошо. Не. Пишет Ахтунг, иду на корабле. Ой, ну все, я сбит чем-то. Видимо, вот этими кораблями я и сбит был. А, нет. Что там? Да, у меня какой-то что, Air UA Ghost 16. Лисяка. Давай попробуем лисяку на Ил-10 сбить. Лисяка. У меня есть Ля 5FN. Или лизяка, или лисяка. Дуэлянт. Ну да. Ой, там что-то темно. А так уничтожьте атакующую технику противника. Давай, лисяка, твою мать. Лисяка? Попытаюсь, меня что-то штырит. Летяка или лисяка? Лисяка был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, куда ты летишь? Тихо, блин. Куда ты летишь? Да капец, у меня что-то перегрузка такая, 9G. Да, я самое до воды дошел, и у меня все черное было. Я уж боялся, я заглючил. Да. Не, ну товарищи, конечно, летают зачетно. Зачетно. А, я попал даже, надо же. Эцк, а? Что ж ты делаешь? Все, сбили. Паразитист какой-то у нас там. Ну, ничего, летает. ничего, ладно. Паразитный человек. Паразитиус. Паразитиус. Так, окей. Блин, все сбивают, слушай, а? Да, я тоже не успеваю. Просто подбиваешь, и все, и ты как бы в аутсайде. Аутсайдер. А если... Ой, его сбили, печаль. Что если? А если подобьешь своего же? Ну, или, допустим, врежешься в него? Ну, очки отнимут только, и все, по-моему. Или нет, или ты ж... Как? Я не знаю. Должен сбить своего. Наверное, это можно. Так, смотри, внизу пишется 21 техника врага. У нас 18, то есть у нас меньше получается. Ахтунг! Отто Ярик пишет. Иду на корабли. Ну да. Иду на корабли. Иду на корабли. И буду я бомбить с земли. Иду на корабли. Земли? Еду в Магадан, блин. Магадан. Лисяка. Лисяка на... Че это было сейчас? Лисяка затащит всяко. О, меня завалили вообще по черноте. У чувака акула нарисована там, представляешь? Да. Вот у меня чувак, которого акула, и меня и убил только что. Да? Air UA, по-моему, там было написано. А это клан, это целый клан. Как в этом, в Расте. Саха Жданич какой-то, что ли? Поляк? Саха Жданич. Ой, я думаю, это не поляк. Не, может, клан просто UA, а что нет? Может, поляк не может быть в клане UA-ском? А, не знаю, почему, может быть. Я вижу нашу точку, кстати, внизу. Я тоже вижу нашу точку. Вражеская база. Смотри, Air UA, их здесь много, здесь... О, ну это понятно, это кланы летают. Чего ж мы хотели от этого? Да, как в Расте, да. Можно, кажется, новость о Расте сказать, кстати, да? Да, тоже мысль третьего сервера, да. Ну, давай, Жень, тебе слово, я пока лечу убивать. Классно.
сбитие защиты на игроку Airway. Ну, естественно, я меня убили, прокурат меня убил. Прокуратор. В общем, третий сервер скоро будет запущен, где не будет кланов, как вы и просили. Да. Точная копия первых двух, только без клановой, да, фишки. Ну, может быть, что-то еще будем. Надо будет. Мне кажется, надо голосование в группе все-таки устроить. Типа, что убрать из списка. Не надо. Я, честно говоря, против этих голосований. Да? Ты хозяин-барин, ты решаешь. Решает администрация, как делать. Если есть спорный вопрос какого-то плана, то есть где ни ты, ни я не можем принять решение, тогда уже можно спросить. Но в основном, если что-то такое спрашивают, то все либо да, либо нет. Ну, такое, знаешь, неоднозначное мнение. Ну, тоже верно, да. Я предложил немножко длиннее ночь сделать. Вот, ну, можно, мне кажется, да, можно ночь чуть-чуть подлиннее. Ну, просили про ночь, я делал длиннее. Особо разницы не чувствую. Чаще, чтобы вертолет прилетал, допустим. Ну, а вертолеты так чаще, куда уж чаще-то. Куда еще чаще? Не надо. Разваливать все. Так. Ну, что-то как-то тухло. У меня такой самолет, который вообще не самолет. О, наша база уничтожена. Вообще, о чем, да? Мы потеряли часть очков победы. Все. Печалька. До свидания, страна. Все. Скажу пока тебе я. Ой-ой. Не, я лечу просто, знаешь, как турист какой-то. Просто летишь. Да. Классно. Опять Airway. Меня тоже чувак сбил. Короче, красавчики, на нас просто фармится и все. Да. Пульк. Интересно, а этого можно сбить пилота на парашюте? Да, по-моему, сбивает. Все, у меня кончились самолеты, я могу только следить за тобой. Давай. Последи за мной, Жень. Где отец? Ну-ка, сейчас найдем. Давай, по-папски, а? 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 Тебя нет. А сигнала нету в самолете, интересно? Столько игроков, что я тебя найти даже не могу. А вижу, вижу. Самый лаловский вертолет. Ну почему? Нормальный самолет у тебя очень даже такой с галочками такими V-образными. Давай, тащи. А, верифицированный офицер! Давай. Столкновение самолетов. Но заметь, при столкновении самолетов в воздухе, почему тогда противника самолет не падает? А вот мне тоже так интересно. Он почему-то живой остается, а ты дохнешь. Если две машины врезаются на дороге, урон же получают обе. Ну да. О, и обе, как говорится. Мне дали CR-42 Falco. Falco? Falco. Фалкончик? Фалкончик. Красавец, золотой. Золотой красавец, золотой. Ну что, ребят? Да. У нас ссылочка в описании. Не забывайте, кстати, переходить. Я совсем забыл в начале об этом. Да. Но скажу, значит, об этом в конце. Ссылки в описании у нас есть. Получайте при регистрации бонусы. А мы, пожалуй, будем уже выходить. Да, прощаемся тогда. Все. Пока-пока. Пока.